Подъезжаю к селу Вернек. Это находится вблизи села Акбастау. Напрямую не получилось. Там, оказывается, дорога через поле. И дорога закрыта. Там стоит шлагбаум. Пришлось сделать небольшой круг и проехать через вот это предприятие АГП. Также сюда, в Вернек, можно попасть по основной трассе Алматы-Харгос. Здесь у нас заезд в село Вернек. Конечно, это так, с другой стороны, неофициальный. О, уже появился асфальт. Вот тут кто-то дом продает. Село Вернек тоже находится недалеко от города Алматы, буквально там 50 километров. Я так понимаю, это основная улица. По крайней мере, карта так говорит, что это основная улица. Так, здесь местная мечеть. Предлагаю здесь сделать остановку. Так вот выглядит местная мечеть. А напротив мечети, вот здесь я заметил, есть небольшое футбольное поле. Вот тут вот. Также рядом с мечетью есть очень интересный памятник.
снова выехал на центральную улицу. Еду в сторону трассы Алматы-Харгос. Она находится в верхней части села. Дукен. Выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. 25 июля. О, уже прошли походу выборы. Ну что-что, по селу везде почти есть асфальт. Это очень круто. Бастауш мектебі. Местная школа. Если говорить по данным на той доске, там весь список избирателей данного села, то в селе проживает 417 человек, которые уже могут голосовать, то есть старше 18 лет. Снова вернулся на центральную улицу, которая ведет на выезд на трассу Алматы-Харгос. Странно, конечно, даже здесь на выезде нету, оказывается, знака о том, что мы покидаем населенный пункт Вернек. А на этом все. Спасибо, до скорой встречи и пока-пока. Увидимся.